Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овнам 27 апреля гораздо важнее получить от общения с людьми заряд бодрости и оптимизма, чем конкретную помощь. И это правильная установка. Тельцам в эту среду не стоит назначать важных переговоров. Ваши партнеры могут занять жесткую позицию, а у вас не будет доводов, чтобы их переубедить. Близнецы. Звезды считают, что только порядок в делах взбодрит вас и подарит энтузиазм для новых свершений. Раки могут прийти в замешательство, когда узнают, чего именно от них ждут. Но не кипятитесь, а честно поведайте о своих возможностях. Львы будут излишне нервными и критически настроенными. А если по профессии вы не критик, то вам это ни к чему. Научитесь переключаться. Девам наступающий день принесет то, чего им так давно не хватало – спокойствие и душевное равновесие. У весов наконец-то пришел тот счастливый момент, когда можно планировать долгожданное путешествие. Скорпионы, зачем проверять любовь ссорами? Ваша основная задача – избавиться в отношениях от противоречий. Стрельцы, наступает подходящий период для реализации идей, которые вы вынашивали все последнее время. У козерогов не исключены финансовые недоразумения. Что же самое главное – сделать правильные выводы из ошибок. У водолеев хороший момент побаловать себя косметическими процедурами. Забота о себе любимом – это то, что сейчас нужно. А у рыб этот день связан с риском и авантюрами. Будьте осторожны и не ввязывайтесь в сомнительные дела. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.